Всем привет! С вами Илья Гэлленд Кобяков! И сегодня мы с ней, я снимаю для вас, как мы, нашей командой, будем играть обычные игры в Rocket League. Давай, начинаем. Вот сейчас Глентом и Кобяковым сейчас будем тут это флексить в Rocket League. Понимаете? Прям будет дикий фристайл, флекс, дэнс, фонг. Прям дикая бешеная смесь. Всего. Так, погнали, сейчас технобасиков разнесем вообще. С двух ног. Все, летит голевая, бей. Игорек. Хорош. Кобяков! Вот. Но Кобяков! Видали, Кобяков добил вообще безбашенный. Я не знаю, почему-то. Да. Почему-то просто Кобяков подписался Игорек 81, и там дальше циферки какие-то безумные. Не знаем почему. 8-1-2-3-4-8. Теперь он слухает музыку. Да, ему... На секундочку. Надо музыку послухать, всё-таки, да, святой. И мандаринки почистить, мандаринки, главное. Ой-ой-ой. Гэлен Кобяков. И мы выбили мяч. Уху, ебой. Ой-ой-ой, у нас, блин, Кобяков бешеный. Вообще Кобяков безбашенный, Кобяков. Кобяков разошелся не на шутку. Ну, Кобяков вообще все сбежал из этого зоопарка. Уже даже на дальней дистанции вратаря выбивает. Он вообще безбашенный, что он творит? Может, не сдаваться еще собираются, это вообще будет рофл. О! Бля. Я типа бай. Это капец. Меня взяли, выбили вообще. Как они так, кстати, переобращаются? О, Кобяков Путину просрал. Ну, вообще, Кобяков, блин, нахуй. Что бы это творишь? Алло, Кобяков. Ну. Обманный маневр. И вы знаете, Кобяков просто первый день играет в Rocket League. Ему просто везет как новичку. Давай. Ой, Кобяков! Кобяков, что творишь? Вообще безбашенный. Голева летит, добей. Хорош, Кобяков, лучший. Хорош, голевой, просто безбашенную, Кобяков. Что творишь? Добил безбашенную голевую вообще. Чё они вот тут блякают? Не вопрос. Да вообще, Кобяков вообще безбашенный, мячик уже ты же научился выбивать. Первый день чувак играет. Согласен. А, ну да. Взял меня, столкнул, вообще, конечно, да, безбашенный. А 4 толкать, это ж вообще... У Кобякова что-то летит, пипец. Он даже, от него даже рикошетит ворота почти. Так. А, ну да, естественно, не в ту сторону отбил. Блин, я сейчас 1-1 играл, блин, 3-0. 3-0 меня, типа, Кобяков хорош, Кобяков! 5-3 вынес, забил 5-3. Безбашенный, конечно. Глент уже просто долго играет. А, ну да, все. Ну, вообще, пипец. Глент, ё-моё. Ну, Глент, ё-моё. Позырь, у него кашалот какой-то с рогом. Ну, вообще безбашенный на какой-то. Это. Игорь, 8-1-2-3-4-8. Вообще-то Кобяков. О, Кобяков, хорош!
Блин, ну Глент, ну что? Как ты так ступил? Как ты так ступил, Глент? А чё на турнире будет, Глент? Ты чё, сдурнел? Да выбить его мяч. На турнире будет киберспорт. Блин, жалко, вот тут только типа хаос можно ходить 4-4, а так бы еще Серегу позвали. Ну, Серегу 8-1-2-3-4-8. Серега 41 на рус. Серега 41 на рус. Капец. Ой, забайтил. Так, добью. А, ну да. Бешеный байк. Игорёк просто взял меня, вытолкнул. Ой, да блин, ну капец. Ну. Спасибо, хорош. Кобяков. Кобяков, хорош. Чё творишь? Так. А4 в деле. Добьёшь, хорош, хорош. Глент вообще лучший. Или это вообще Кобяков добил? Кобяков лох. Чё Кобяков нам Кобяков сделал? А, не, Кобяков лох, ладно, окей. Кобяков, поздоровайся. Да Кобяков просто, знаете, стесняется. Ну, Кобяков, блин, на 25-миллионную аудиторию снимается. Ну. А, он с А4 сотрудничает и не хочет на твой канал говорить. Да. Чтобы А4 вот, не выкинул с тумана. А то да, если выкинет, то ж уже все, просто прибыль. Ой-ой-ой. Выбьешь? Я добью, все. Ну это все уж. Да нет, оп. Это же будет капец, Кобяков бомжом. Кобяков, давай! Да я его причиню, босс, я его в приват добавлю. В Майнкрафте. Давай. Голевая? А, ну нет. Не голевая. Ой-ой-ой-ой. Думал, безбашенная. Ну-ка. Голевая. Ой, Кобяков. Так, ну не успею. Ага, Кобяков. Кобяков, что ты по стенке катаешься? Играть и учись, блин. Кобяков. Ну, Кобяков играть вообще не умеет. Руинит катку. Руинит катку, блин, вообще нахуй. Одурнел. Вперед нам катку ливает. Кобяков, блин! Что робишь? На! Одного вообще отправил в Спарту. Так. Ну все, ГГ им. Понимаете, изи как-то. Кремлинск бат затащил, просто. Кобяков. Видали, какой дурный? Начинает крутиться свой, как юла, блин. Все, погнали. Погнали, Некс! Гэлен, Кобяков, Гэлен, Ладбо, Мага. А вы совсем забыли, как это было бы. Та-та-ри-та-ри-ро. Та-та-ра-та-ро. Кобяков тут? Да Кобяков он должен быть тут. Кобяков! Кобяк, блин. Да все, капец, зовем Серегу, короче. Ну, кикаем этого. Дурно. Кобяков. Вообще дурнё. Глент Кобяков. Все, сейчас Алекс. Вообще, что сдурнела Алекс из Half-Life слова вылезла? Понимаете, просто самый лучший сейчас играет в Rocket League. Rocket League топовая игра. Там и Алекс, и Гордон скоро пойдут, и G-Man еще будет играть. Ну, Алекс, видите, безбашенный, вообще. Просто такой ему бешеный сделал. Бля, ну, Кобяка, может, о, там кстати, этот микро сломался. Я... Может, мне... Так... Возможно, кстати. Чё не говори. Может, а можно второй аккаунт в Epic Games создать? Конечно. Может, я в Rocket League играл. Ну, да. А зачем тебе второй аккаунт? А то у меня этот аккаунт, он у меня просто на другую почту, типа. Ну, я думал, может создать.
Да и заданий пока что нет. Чтоб два аккаунта прокачивать сразу. Кобяков добьешь? Кобяк, ой, дурында. Голевая бешено летит. Не, не добью, не успею. Вообще, блин, дурные. Не, ну и Алекс тащит всю катку. Им на воротах вот стоит, как крыса. Не дает вообще дыхнуть ничего. Так. Кобяков! Да, блин. Кобяк, блин. Очнись, блин. Хватит мандаринки чистить. Комбикорн собрался. На, я у чувака вообще отправил Спарту второй раз. А, ну все. Или не все? Я. Ну, блин. Ну, Кобяк, ну, блин! Капец. Ну, Кобяков, блин. Кобяков! Не пичит ничего вообще, Кобяк одурнел, блин. Надо из команды его выгонять, блин. Ну, блин. Кобяков, блин. Голева летит бешено, добей, ай, дурак. Да, блин, Алекс вообще безбашенный. Че он творит? Добьешь, добил. Хорош, Кобяк, безбашка. Голева сейчас долетит, а нет. Блин, надо, чтобы у нас один какой-нибудь чувак стоял подальше, чтобы если его выбьют... Отлично. Кобяк, что творишь, безбашенный? Хорош, Кобяк. Нифига они, кстати, красиво не успел засейвить. Они живые, на самом деле, офигеть. У него чувак же сливнул вообще команде той. Глент, Кобяков. Да и Горёк, блин, ой, Кобяков. Да вот знаете, с ником его нам путаем, вообще, блин, сложно запутаться. Ой, наоборот, несложно запутаться. Смотришь на его на ник, и так и хочется сказать, блин, не Кобяков, а Игорёк, блин. Глент, Кобяков. И сегодня мы разносим бомжей из двух ног. На свалочку их отправляем, дурных. Добью. А, ну да. Я думал, он не долетает. Окей. Блин, видали, какого чувака ламба? Как у меня вообще. Блин, я когда аккаунт там буду восстанавливать, я одно не понимаю, что там они написали. Глент, Кобяков. И бомжи что-то начали резко играть. Отбил чуть-чуть, не все ГГ. Блин. Вообще Алекс безбашенный. Хорош. Хорош. А почему не хорош? Потому что сейчас мы его разнесем с двух ножичек. Хоп. А ну да. Кобяков! Кобяков лучший! Кобяк! Кобяков быстрее! Так, А4. Так, давай. Нет, так, не долетит голева чуть-чуть. Или долетит, долетела, хорош. Папарапарам. Все, ГГ этим, блин, бомжиком. А4, блин. Вообще безбашенный. Кобяк, на. Кобяк. А4, красава. Че, ему новую кличку дадим, Кобяк. Да я не знаю, реально микро там сломался стопудово.
Блять, ой, ты испугался. Мы что-то зазвенело в телефоне. Он просто стесняется, нига. Знаете, просто сообщение приходит от рекламодателей, блин, испугался. На свой айфон, блин, один. Ну ты изменил это, мелодию сообщения, чтобы не понтоваться. Да. Взял еще кнопочный телефон. А чё? Да вообще, Алекс ушел, блин, капец, у меня рука дернулась не туда. Добьешь? Не добьешь? Не добью. А, ну да, еще не в ту сторону. Ну, короче, все, бомжа из двух ног сейчас вынесем. На. Ну-ка. Ай, ну да. Нифига, заднюю сразу. Знаете, рука дергается, волнуюсь просто. Первый раз снимал летсплей просто на 25-миллионный канал. Знаете, в руках себя не удерживаешь. А, ну да. Ой-ой-ой. Никто по мячу не попал. Кобяков! Хорош, Кобяков. Кобяков безбашенный. Алекс летит, блин, дурак, на. Этот Алекс дурный, блин. Гэлленд, Кобяков. И Гэлленд добивает на одной секунде. На ноль секунд. Ну, даже на ноль. Так что, видите, Глен просто прогаммер. Просто снимает на свой вот этот, как его там, техноканал, бешеные видосы. Подпишитесь, если что. А, так все у тебя уже закончилось. Что? Запись же. То есть... А, блин, точняк, я забыл вам сказать, подписчикам, что я эту часть не буду делать на полчаса, как свое обычное видео, а только на 15 минут, потому что это уже сильно долго будет, слишком много контента. Так что, с вами был Гэлленд Кобяков, Влад Бумага, и всем пока!